Техника с односторонним захватом, то есть как пользоваться односторонним захватом и на что акцент делать. Это есть, начнем со стойки, только без бросков. Я покажу, какие продолжения могут быть, какие моменты бывают, и потом перейдем снизу, основном с односторонним захватом. Я снизу работаю, хотя и сверху можно поработать там с хавгарда, и надеюсь, буду полезен. Вы можете, конечно, играть свою игру, когда, как любят говорить, да, навязывать эту игру, но если, скажем так, ребенок не хочет с другим ребенком играть, его же не заставишь, то же самое, если он не идет в вашей игре, вы должны как раз иметь в арсенале приемы, которые подходят больше к этому действию. Очень важно обратить внимание, где я беру захват и каким образом я беру захват. У любого из вас зайдет любой прием просто на каком-то этапе своего там созревания. Все равно техника бьет силу, грубую силу. Очень важно, это говорит техника, там, превыше всего, нет. Если человек сильный и техничный, он самый опасный. И не потерять прием и потом доделать, вообще классно.